Всем привет, ребята! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие друзья! И сегодня мы будем изучать первые предметы обихода. Игра на память, внимание. Ну и, естественно, мы изучаем окружающую среду таким образом. У нас на картинке есть кто? Лошадка, бананчик, кораблик, самолетик, медведь и апельсин. Дениска, давай из всей горы наших предметов разложим правильные. Вот, лошадку мы уже положили. Смотрите, друзья. А кого не хватает еще? День, надо найти банан, корабль, самолет, Мишу и апельсин. Так, Мишка. Супер, Мишку положили. Апельсин. Где у тебя апельсин? Смотри внимательно. Давай, пап тебе подскажет. Вот он у тебя лежит, апельсинчик. Клади его. Ну, где он должен лежать? Какого цвета апельсин? Наш любимый цитрус. Оранжевый, все правильно. Так, у нас еще есть бананы, которые желтого цвета. Где бананчики? Корова. Корова? Корабль, клади корабль, да. И остались что? Банан? И самолет. Смотри. Потом. Потом. А вот у тебя есть корабль. Мама. Мама, положи корабль на место. Корабль. Самолет и банан. Потом. Ох, ты все нашел. Супер молодец. Нет, вот на место законное клади. Потом. Ну вот, потом. Мы разложили 6 картинок. Дэден, в принципе, мы уже много потом. Чего знаем. Вот корабль мы очень хорошо говорим. Например. Но мы с вами ненадолго прощаемся. С вами был Baby Go. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Пока-пока, друзья!